Прекрасная погода, мороз и солнце, день чудесный. Февраль, но холодно, около 20 градусов. Иду выгуливать Руту. Вот наша деревня. Здесь уже никто не живет, кроме нас. Вдалеке конюшня. Когда мы сюда приехали 15 лет назад, здесь жили несколько семей местных, и мы собирались приехать. Несколько семей, целая общинка или коммуна. Но в итоге дома скупили, но в итоге остались жить мы одни. Потому что местные жители, две семьи уехало, старики умерли, а наши подмосковные друзья все уехали, потому что у всех большие объективные причины. У кого семья, у кого внуки, здоровье. Ну, все непросто. Вот мы с мужем остались здесь вдвоем. 16 домов. Стережем. Получается, стережем деревню. Вот. Сейчас иду во двор. Пофоткаю наше маленькое хозяйство. Оно у нас стало маленьким, потому что приехали мы сюда не очень молодыми. Уже сейчас возраст. И получается, мы его не увеличиваем, а сокращаем. Было 5 лошадей, 2 коровы, телята, поросята. Теперь перешли на коз и оставили себе одну лошадку. Кобылочку, самую молоденькую, ласковую. Иду ее выгуливать.